Благодарю за донатик. Все твои оскорбления в мой адрес были зафиксированы и переданы в суд. За год ты оскорбил меня 88 раз. За что? Возможно, будет 89. Шмык-хрюк-шмык-хрюк-шмык-шмык-шмык-шмык-шмык. Кидаю запретку на языке шмыганя. Осуждаю, блядь, осуждаю. Я не могу кричать, тебе везет, блин. Осуждаю дурачка. Но Федония реально дурачок. Ну что я сделаю? Мать жива вообще? Нет, мать жива, блядь. Благодарю за донатик. Стас, пора 10 раз отжаться. Ухау. Хорош, это видно. Плащао, пыух, я-е-е. Ахао, эй, пернул, жидко. Уоу, аха, спорт. Ты один картами разъебал чела, блядь, с фул стол, стол без стол. К слову, девочка без мурлоков, это, ну, это заебись. Это же заебись, правильно? Мы точно ставим. Мы точно делаем обилку сюда. Конечно, хотелось бы позлотить эту девочку, но это не тот случай, когда я буду ее злотить. Типа, берем девочку, делаем левел. Я думаю, что надо делать сюда обилку и не выебываться. Ой. Не вопрос. Я придержу их для тебя. Чё, блядь? На самой вершине. Благодарю за донатик. У моего питомца был рак. Вчера во время операции он умер. Мой кролик Степашка. Ой. Он был хорошим другом. Не знаю, как пережить эту потерю. Влад, чат, пожелайте ему удачи и счастья в кроличьем районе. Бля, браза, соболезную, соболезную. Терять любимого питомца это... Благодарю за донатик. Пукич, смотрю тебя уже давно. Можешь передать привет Машке Космос и пожелать ей удачи на турнике. 777. Машка тебе. Космос, пожелать ей удачи на турнире. Маша Космос и турнир. Маша Космос, поздравляю с днём рождения, с огромным здоровьем. Я бот. Я бот запрограммированный. Сегодня летим 50 рублей. Завтра биткоин будет стоить 144 тысячи долларов. Российских. Так, ну расставляемся, хуй знает, как он идет. Так, наверное, блядь. Не знаю, ну вообще... Нахуй, а ты ее с днем рождения поздравляешь? Да потому что я запрограммированный бот, у меня других фраз нету, блин. 777 Глайдер программировал. Тебя псино, а? А? Лиза, поздравляю с днем рождения, за хорошего здоровья и счастья. Ну, Анна Михайловна, поздравляю с днем рождения, за хорошего здоровья. Спасибо большое. Королева Анна Михайловна, ебать. Ля какая, блин. Первое Королева. Место твое. Это надо ответить. Очень смешно. Че за хуйня, блядь, на экране сила. Происходит? Какая-то карта, блядь, 8-9 пропала с радаров. Ебать, перевал Дятлова. Анбан. Ну, Диаболик уебище, че, банит людей просто так, блядь. Ну, знаете, почему он это делает? Он специально это делает, чтобы люди 200 рублей донатили, и чтобы потом делить эти донаты, типа, поняли, он просто так забанил, чел просто так задонатил, и потом он 100 рублей с этого имеет. Урод, блядь. Специально это делает. Короче, все объясню, просто разбанил. Да что с носом? Блядь, вот реально, вот во всей болезни, которая есть, я вам реально говорю, самое хуевое это сопли, это невозможно. Просто да, ну и полная хуета, блядь. И что делать с этим, блядь? Тек. Что тут за ссылка? Ебать! Вау. Хороший скриншот. Блять, вот это на самом деле круто. Да, очень крутой стол. Люциферон золотой, золотой рыцарь и по 100 статов 3 баблера плюс хлиф. Вот это охуенный стол. Вот это самый крутой стол, который скидывали за сегодня в плане именно собрать в реалиях, типа, и как-то разъебать. Вот это очень круто. Нереально круто.
Это топ-стол. Вдохновение, точно. Ну, блядь, ну не получается, когда специально, реально не получается. Че, блядь, сегодня? Кринж какой-то ебаный выходит. Блядь. Какого хуя? Блять, короче, я нихуя не понял, блять. Нихуя не понял. Абсолютно нихуя не понял. Блять, какой же, блять.